Совместно с той командой, которую мы должны сформировать, мы должны решить сложные задачи, которые будут стоять перед правительством. В настоящий момент формирования правительства уже идет. Я думаю, что до конца года основной состав кабинета министров будет сформирован, но при этом на этом, конечно, мы не будем останавливаться. В дальнейшем, в следующем году, мы будем смотреть, насколько эффективно работают наши подведомственные учреждения, министерства, с тем, чтобы принимать решения по каких-то корректировкам их работы. Но я думаю, ставку надо делать на профессионалов. То есть это и местные кадры, это могут быть какие-то действительно там кандидаты, те какие-то профессионалы, которые могут быть извне, но это прежде всего должны быть профессионалы. Не должно быть никакого разделения на, условно говоря, варягов или безусловно нет. Важный критерий – это, конечно, опыт работы, это те достижения, которые были сделаны на предыдущем месте работы, да, то есть тем, чтобы можно было действительно сделать вывод о том, что приходят профессионалы, и они готовы справиться с этой важной, ответственной, в том числе социальной работой.